Хлеб и пряники уже стали визитной карточкой мостовой слободы. Теперь румяные и ароматные кирпичики раздают и семьи мобилизованных. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое закупили благодаря спецконкурсу президентских грантов. Расстоечный шкаф и новая печь позволили увеличить производительность пекарни. Разносить хлеб помогает отряд тимуровцев во главе с Матвеем. Сразу после уроков он со своими однокашниками несет горячий хлеб подопечным. Я собрал команду, и мы начали убираться, разносить хлеб нуждающимся. И спасибо моим друзьям. Ежедневно в пекарне готовят сотни буханок хлеба. Пекарь Гульнара Шарипова признается, главный секрет вкусного хлеба – щепотка заботы и любви, которую она вкладывает во время процесса. Помогают ей в этом деле практиканты из Ульяновского техникума питания и торговли. Всегда общая беда собирает. Вот то, что волонтеры собираются, приходят, мы учет не ведем, у нас мостовая большая. Сегодня один помог, завтра другой. Спасибо нашей команде, которая помогает. Кроме семей мобилизованных, хлеб получают подопечные местного центра здоровья, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, которые проживают в мостовой. Также общественники пекут хлеб для других ТОСов и Центра помощи гражданам доверия. Готовят и продовольственные наборы, которые к Новому году раздадут семьи мобилизованных и подопечным центра здоровья. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.